А, я куда-то не туда пошел. Да нет, все туда. Где самая задница, значит, я там, где надо. Отстань, отстаньте. Отстаньте. Да ё-моё, почему прицел-то не вырубился, интересно? Опять 25. Спасибо. Премного благодарен прям. Гранату бы. Она бы все проблемы мои разом решила. Как ты увернул? А теперь как ты увернулся? Ах ты, вонючка неблагода... Ох уж этот авианосец. Иди сюда, тварь. Просто иди сюда, тварь. Вы что, не... Ну, конечно, вы не взрываетесь. Ты где? Фото на память. Посмертно. Так, где этот проход? Давайте, живые уроды, вперед! Ребят, подсобить не хотите? Нет, странно. Странно, но ничего удивительного, я бы сказал так. По мне палец со всех сторон. Меня обложили, твари. Ты чё не мрёшь? Сколько вас здесь? Слишком много вопросов. Ноль патронов? У меня было 485. Да вы прям вообще спайдермены. Почему я не умею бегать нормально? Блин, сколько вас здесь еще, а? Офигеть просто. Как бы мне отсюда смыться? Единственная моя мысль на данный момент. Я хочу покинуть этот корабль. Я сейчас прям в воду выпрыгну. Спрячься где-нибудь. Я пойду туда. Сперва. Куда закрыл? Борис,
Я иду в лабораторию за атомной пушкой. Быстрее! Потом отправь! Ты нам нужен на палубе! Здесь что-то... что-то очень большое! Джон, убери ее! Убери ее! Где эта ваша дурацкая лаборатория? Покажите мне ее. Пушка у меня. Номад, палуба захвачена. Покидаем корабль. Живо! Покидаем корабль, Номад! Здрасте! Я что, Гаусса выкинул или что? А, пушка, она вообще под сюрпризом другой. Черт! Сейчас я буду месить кулаками. Мне плевать. Привет. По морде получи. На раз-два. Номад, давай сюда. Эти твари наседают. Уходим, уходим. Адмирал, на полетной палубе нас ждет транспортник. Надо уходить срочно. Я не покинул корабль. Откройте дверь, откройте, черт. Так тебе и надо, старый пердун. Номад, ты как там, живой? Более-менее. Адмирал мертв. Где вы? Мы с Еленой уже в воздухе. Корабль захвачен. Все, кто не ушел, погибли. Держись, сейчас мы тебя заберем. Сэр, вы не видели? О, черт! Нет, мимо этой твари мне не пролететь. Ты должен убить ее, Номад! Как вы предлагаете мне это сделать? Ничего себе, Романтина! Да никак. Бей прикладом от ядерной пушки ей по лицу. Нет, только я не знаю, как захватить цель, но ладно. Сукин сын! Захватывай ты цели-то, в конце-то концов. Заканчиваю песни и пляски. 2002. Как из этой пушки ее... Ладно, не важно. Видимо, пока никак. Этот просто стоит тут. Только не говорите, что он замороженный, потому что он нифига не замороженный. Давай. Ах ты тварь, меня морозить будешь? Я тебе что, морепродукт что ли? Дешевый. Тихо, 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 не надо. Нет тут ничего больше. А, есть. Я ее Гауссом пытаюсь, надо с гранатомета фигачить. Хорош уже. Если б я что-то видел, хотя бы немножко. Да блин, хватит по мне-то фигачить. Это даже как-то неприлично становится. Как только я хочу тебя ударить, ты меня сразу морозишь. Давай, открывай свою пасть. Мне еще этот твой дружбан мешает.
Гаус. Да. Тихо, эй! Ах ты, тварь, вонючка, эй, отвали от меня. Мне нужно подобрать эту пушку. Почему она не подбирается? Ну что, погнали дальше. Открывай свой рот, а! Да, я хочу уже внутрь зайти. А, где? Завалено. Ты собираешься разваливаться или как? Хватит меня замораживать-то уже. О, еще гранатомет, отлично. Ну, хоть какой-то эффект достигнут. Приехали. Про это я как-то забыл. О, черт! Теперь не достали пушки! Номат, разберись с пушками! Похоже на защитное поле. Тих, давай поближе. Номат, передаю сигнал на твой костюм. Давай быстрее, я заколебался патронов никуда тратить.